Итак, мы в Манеже на Московском урбанистическом форуме. Посмотрим, какие здесь есть стенды. Комплекс городского хозяйства города Москвы. Здесь создается город мечты. У каждой мечты должна быть фея. Пойдемте ее искать. Кристина, вы отвечаете за мечту. Расскажите, пожалуйста, о чем мечтает Москва? Наш стенд называется не просто так. Здесь создается город мечты. Это своеобразная футуристическая лаборатория. Вот что такое программа «Моя улица», я думаю, вы знаете. Да. Вот поточнее можно здесь на первом стенде введения, да, узнать и объемы программы, и реализации, и что сейчас 52 улицы одновременно реконструируются. Дальше вы можете посмотреть, кто работает над этим проектом, и пойти в экскурсию по нашему стенду. Дальше мы переходим к типологии улиц через проблемы. То есть мы отслеживали все то, с чем москвичи обращаются к нам, ну, к городским властям, да, когда говорят, что их что-то не устраивает по улице. Все улицы в Москве мы разделили на 10 типов. Вот у нас 4 центральных, 4 периферийных и 2 средних. Значит, вот карта. Вот улица периферийная, 1П. Красным изображены улицы, которые подходят под этот тип. Дальше какие проблемы? Вот высокий уровень шума и наличие загрязнений, наличие обширных малоиспользуемых территорий между дорогой и тротуаром, низкий уровень дорожной безопасности. Здесь задачи, которые мы ставим. Что можно сделать? Вот в новом типе улицы у нас какая будет ширина, сколько будет разделительных полос, дублеры, наличие станции метро, виды наземного транспорта, типы пешеходных переходов. Это все соответствует первому типу периферийной улицы. Это специально для вас мы сделали ретроспективу. Понимаете, здесь важно показать, как улицы менялись. Вот 1899 год. Новая Басманная улица. Посмотрите. Обратите внимание, вот как Москва меняется. Какие у нас фасады раньше были, да? Что-то сохранилось. Обратите внимание на фонари. Вот если вы посмотрите на этот завиток, то сейчас при реконструкции Малой Бронной вот этот завиток в новых опорах есть. Это заслуга и нашего департамента топливно-энергетического хозяйства, и Музея огней Москвы. Дальше я вам покажу проект, который мы специально для Урбана сделали, порадовать москвичей. Это этот год, 16-й. Мы пригласили известного фотографа Винсента Лафаретто. Он прославился тем, что снимает очень красиво города мира. И делает он это с вертолета. Это Москва. Вот она, как выглядит. Это наш город. Вот красивее нашего города все-таки нет. Он входит в пятерку. Да, в пятерку самых освещенных городов. Кристина, спасибо большое.